до следующего места съемок нашей мобильной группы ехать не пришлось. Буквально в нескольких шагах находится вот такой вот интересный плакат. Конечно, непонятно, что «Коммерсант» рекламирует, то ли формы мужчины, то ли шины. И, кстати, уже не раз к нам обращались в редакцию абаканцы, которые недовольны такой непристойной рекламой. Пусть владелец магазина сам прокомментирует, что он думает по этому поводу. Я не вижу здесь ничего пристойного. Здесь же не оголена какие-то там органы. Посмотрим пожелания, как, если такие пожелания, то, возможно, изменим.